23 февраля, ну, время идет к обеду. Всех мужчин с праздником, с Днем Защитника Отечества. Еду я по улице Серова, и сегодня мы с вами проедем с ее нижней части и до улицы Новаторцев. В общем-то, откуда она и начинается. День хороший, вы сами видите, солнечный. У нас на 23 февраля обычно вот такой хороший день бывает, а на 8 марта по-разному бывает. Бывает, что очень даже и холодно. Так, впереди у нас улица Достоевского. Она у нас справа пошла, влево Биологическая. И там по Биологической можно проехать, там по Горной, в район Мамайки. Нужно было посылку просто отвезти. Десантный полк. И вот сейчас возвращаюсь я назад. Значит, что у нас здесь на улице Серова, друзья? Если самая нижняя часть, то там застройка частным сектором идет, но там я не снимал. Здесь у нас вот раньше с правой стороны был киномеханический. С левой стороны инфекционная больница. Вот смотрите, какая погода. Уже асфальт просыхать начинает. А с утра еще снежок даже шел. Улица Серова хороша тем, что здесь движения будет мало. Но она плоха тем, что здесь много лежачих полицейских. Сейчас мы будем проезжать, и просто-напросто увидите, сколько здесь этих лежачих полицейских. И просто целая куча. Так, это вот переулок. Дружба она называется. Этот переулок. Ну, не она, он. Дальше здесь. Вот этот переулок. Пожарского. Еще один лежачий полицейский. Я вам так скажу, что все-таки утро 23 февраля машин довольно-таки много. Параллельно там Осипенко. Это вот Кавказский переулок. Дом вот с такой башней. Так, с правой стороны, что сейчас здесь находится, я не знаю, но вообще это был у нас раньше кинотеатр здесь. Кинотеатр «Мир». Это вот школа у нас с левой стороны. И переулок здесь у нас, а побыстрее, переулок вот Одесский. Видите, какая погода в городе Ставрополь? С утра снег. Сейчас время примерно, наверное, часов 11. И вот у нас уже все начинает просыхать. Так, Севастопольский вот переулок. Ну, этот переулок я знаю. Там с левой стороны знакомого, короче, теща жила. Сюда часто-часто приезжали мы. Тогда у меня еще машины не было. А у меня машина «Жигуль», тройка была. Ну, он такой был парень, что любил выпить и кого-нибудь за руль посадить. Ну, права у меня были. И вот я учился на этой тройке ездить здесь. Как раз вот сюда мы приезжали. Едем дальше с вами. Ну, дальше там будет у нас Баумана. Впереди. Вот видите, там здания такие. С правой стороны это Александровский парк. Так, вот, Баумана пересекаем. И вот так на горочку здесь так поднимаемся. В общем, периодически у нас так выпадает снег. Потом выглядывает солнышко, начинает все таять. Этот вот перекресток, это здесь переулок Крупская у нас проходит. Если влево поехать, там у нас
тоже знакомая живет. Кстати, она две квартиры в Геленджике купила. И живет в Геленджике. Но на зиму сюда, в Ставрополь приезжает, недавно звонила. Так, а если вот вправо поехать, там Киринский мост у нас. Ты в ямочку попал, загляделся. А Шихина улица. Вот влево она пошла. Так, раньше здесь было культ, просвет, училище и техникум кооперативный. Да, кооперативный техникум так и остался. Ну, культ, просвет, кажется, все-таки на Крупской где-то это училище было. А с левой стороны здесь Толчок раньше был. Потом здесь построили 7-ю поликлинику. Пивоварня здесь. Лафузова появилась. И вот направление прямо на Невономыск. Лермонтова. Ну, а впереди вообще у нас улица Черняховского. Просили улицу Серова показать. Ну, я по ней десятки раз уже проезжал здесь и, наверное, с десяток раз все снимал. Так, ну, это треугольник называется. Потому что здесь кооперативный техникум. Техникум связи и медучилище раньше было. Кооперативного так и остался он техникум. Техникум связи. Раньше у нас назывался электротехникум. Это Анисимова. Переулок. Ну и медколледж стал место медучилища. Каменоломская. Клиника семейная. Очень много у нас частных клиник. Я уже не говорю о поликлиниках, больницах, диагностических. Кстати, внизу Серова тоже есть у нас диагностический центр. Потом на Ленина у нас есть диагностический центр в центре города. Районы, наверное, это улица Артема Ленина. И диагностический на западном обходе. Улица Серова — это в основном частный сектор. Есть здесь многоэтажки. Но в основном это частный сектор. Вообще район это называется Фарштадт. Улица Пушкина. Если влево поехать, в район Маяка попадает. Право. Верхний рынок. Вот такие вот частные дома, их просто-напросто продают. И потом различные там офисы, магазины выстраивают. Это вот Куйбышева. Если у нас Магнит, уже городская аптека появилась. Ставрополь, Энергосбыт, это все с левой стороны. Слева это вот фигурный проезд. Впереди улица Ломоносова. Смотрите, как солнышко светит хорошо. Всегда на мужской день, на 23 февраля, всегда хорошая погода была. Я только недавно вам об этом рассказывал, что ну, тогда не было это как бы 23 февраля. Праздничный день. Я имею в виду, что он был выходной. И на 23 февраля мы учились тогда. На перемене выходили. На большой перемене снежки играли. А учился я в школе номер 19. Ну, сейчас до Краснофлотской доедем. Если право повернуть, там
Там как раз и находится школа номер 19. Кстати, 45 лет было, как мы закончили школу. Звонили, приглашали 11 числа там посидеть там, я не знаю, где, в кафешке или в ресторанчике. Ну, я отказался, просто потому что я работал. Ну и потом, пусть в моей памяти одноклассники останутся молодыми и красивыми. Собралось, знаете, сколько? Всего лишь 6 человек. Ирина там с Невномыска приехала. Юрка Медведев там, кстати, мы дружили с ним в школе. Саня Константинов был. Ну, еще там девчата собрались. В общем, 6 человек всего лишь собралось. Так, улица Льва Толстого. Ну, школьные годы, конечно, не хорошие. Интересные, веселые были. Но когда прошло уже 45 лет, я не вижу просто смысла встречаться. Так, ну все. Все потекло у нас. Все поплыло. Ну, как всегда, это нормальная наша ставропольская февральская погода. Так, вот котельная, кстати, с правой стороны. И там школа моя находится. Вот куда машины поворачивают. Буквально немного там проехать. А по школе, я вам скажу, так ничего там не изменилось. Просто центральный вход изменился там. По-другому там все сделали. А правое и левое крыльцо такие же остались. Ну, школа сейчас загорожена забором, туда не пройдешь. И вот проход, кто же, это я им говорю, кто учился в школе номер 19, потому что знаю, что меня также и смотрят мои одноклассники, которые живут в других городах. Не стало здесь прохода. Если сразу вот здесь повернуть на Краснофлотское. И потом вот налево был проход туда, именно вот гаражам, котельной. Кстати, у нас газончик, когда я учился, был 51-й. И даже можно было получить здесь права. На этом газоне, короче, он такой учебный был. И мы тоже катались. Но когда у нас возраст уже подошел, мы уже не учились на права, да и газона уже этого потом не стало. Он такой старенький был. Так, ну этот район, где я жил, я уже неоднократно говорил, здесь вот, после Краснофлотска, там, Петрова, там, Ульяновский и Седово, строительный, степной, такие переулочки идут. Слева здесь раньше яр был, сейчас там гараши и тоже частная застройка. Район прудов, потому что здесь пруды были, бетонный завод был, какая-то автоколонна здесь была, ПМК, кажется, общежитие, это вот наше троллейбусное общежитие. Ну, здесь же также есть и, так, это Павлова, магазинчик МКСовский. Вот и вся улица Серова. Вот так мы и проехали по улице Серова. Ну, в общем-то, что? Посылочку сдали. 3 числа ее отправят. Ты куда едешь, идиот? По третьей полосе, что ли, едешь? Здесь всего 2 полосы. Прости, Господи, что скажешь. 3-я полоса здесь для поворота только направо. Ну вот, пожалуй, друзья, на этом и все. Сегодня, кстати, я уже видел здесь аварию. Вот здесь на повороте. На повороте на улице Шпаковской. Человек на девятке остановился, пропускал транспорт.
тот начал обгонять, хорошо шел, хоть пешехода не сбил. Ладно, друзья, всех с праздником, 23 февраля. Особенно я поздравляю тех, кто все-таки служил в советской армии, как и я. В общем, днем защитника Отечества. Так, сейчас машину ставлю в гараж, и потом уже будет настоящий мужской праздник. Всем удачи!